Зеленский специально для телеканала «Донбасс». В Константиновском районе уничтожили крупную плантацию конопли. Сколько бы денег выручили предприимчивые наркодельцы от продажи каннабиса, знает Станислав Мирошниченко. На одном квадратном метре кучно растут по 15 кустов конопли. Плантацию каннабиса площадью в гектар растили рядом с заброшенным коровником, вдали от человеческих глаз. Еще несколько дней созревшие кусты перекочевали бы на черный рынок наркотиков. Если бы урожай с этой плантации был продан, то дилеры получили бы около 1 000 000 гривен выручки. Но шило в мешке не утаишь. Наркопосев в селе Русин-Яр обнаружили сотрудники СБУ. Высота растения в среднем 2 метра. Сотрудники СБУ с привлечением местной милиции уничтожают данный посев. Для уничтожения плантации конопли сельсовет предоставил силовикам трактор. Когда-то здесь занимались откормом крупнорогатого скота. И это был летний лагерь. И скопилась органика. Год засушливый, трава выгорела и вылезла сейчас конопля. Сотрудники СБУ передали материалы по делу в Константиновский городел милиции, который занялся поиском хозяина плантации конопли. Станислав Мирошниченко, Сергей Чакрыгин, телеканал.